без лишних персонажей проводит этот турнир Кевин и Джина. Это Амели Лакост. Под одной из самых известных фигурных катательных музык. Рауль Ди Блазио, Отто Нау. Что ж, канадка Лакост начала с довольно-таки уверенного акселя. Такой он был у нее легенький, упругий, так прям все четко. Потом уже в каскаде стало ясно, что она может прыгнуть только 3-2. Сделала это довольно-таки чисто, а потом, соответственно, Луц уже не получился достойным образом. Ну, посмотрите, какой ладненький аксель. Очень красиво. Сразу вспоминается Джоанни Рошет, да? Канада. Ридбергер и Ридбергер. Но 3-2. Тоже вроде бы все аккуратненько. Честно говоря, я ни разу не встречал на этапах серии Гран-при Амели Лакост. Но, с другой стороны, что-то всю жизнь одних и тех же встречать безостановочно.
честно говоря, на трибунах, как вот с утра, не очень было людно так. До вечера. На Плющенко, естественно, было поплотнее. Чего тут даже обсуждать нечего, но... один балл ее результат. Залуцкий сняли не только за то, что он двойной, ну то есть ее посчитали, ну в общем двойной Луц еще и не с того ребра, и сплошные у нее.